Здравствуйте, Привет, как уважаемые поздоровье, зрители и ладно? подписчики моего канала, с вами Особенно Штурмлак, ты, мы снова Сорокс. проходим Black Site Area Ага. 51. Ну, парни, вперед. Удачи, капитан. Пирс. Сомерс несет какую-то чушь, но он в нее верит. Он был в госпитале для ветеранов. Только не в обычном, а для тех, у кого не лады с головой. Думаю, он рехнулся. Серьезно. Я правду говорю. Да уж. И куда нам идти? Я не понял. Сюда, что ли? А, вот сюда нам идти. Чё-то мне не нравится эта вся открытая местность. Ни капельки вообще. Сомерс, хреново выглядишь, чувак. Ты в порядке? Я чувствую себя лучше, чем выгляжу. Не надо было бросать тебя. Мы не знали. Все будет хорошо, друг. Грядут перемены. Все будет хорошо. Опа. Куда ты побежал, говно? Че, нам прыгать, что ли? Походу, да. Кадрил я одно время девчонку из Невады. Откуда? Не понял. Откуда он стрелял? Да, я убил его, представляешь? Но мне очень плохо, то, что я его убил. Так, отлично, все убиты. Патрончики. Я не знаю, что это за оружие, ну ладно. Нам туда идти. Отлично. И засада. Все. Готов. Приглядывай за мной. Так, и чего? Так, эту мы взорвали. О, граната в воздухе повисла. Великолепно. Так, тут ничего нет. Печально. Опа. Че я нашел? Иду за вами, сэр. Хорошо, иди дальше. Возвращаюсь в строй. Новые цели. Как я их не люблю. Камикадзе пауков. Просто. У этих ребят нет и шанса. Мне показалось, что сзади кто-то был. Так, а там? А тут ничего нет. Уже в пути.
Ага. Стопудово, я так и думал, что этим все и закончится. Наша история. Вертолет наш? Им нужны люди. Лучше не соваться на улице. Походу, не наш вертолет. А вражеский. Вау! Мы видели это в Ираке. Похоже, она настигла нас дома. Великолепно. Вау! Начнем шоу, Бирс. Ну получи, уроды. Ты их просто выносишь. Блевотины, блин. Давай, взламывай двери. Быры. О. Но почему самая дикая дрянь всегда случается в маленьких городках? Надо двигаться, Перси. Как туда попасть? Я понял. Стоять! Или я открою окно? О, человек. Мы пришли помочь. Да, хрена лысого. Да, нам сказали эвакуироваться, но слушайте, я по уши в закладной с этим домом. И я точно отсюда никуда не... Сэр, ложитесь! Ничего, у меня ружье! Ага, ружье, пистолет. Умри, говно. Так, отлично. Все? Отлично. Вот больше твоего дома нет, парень. Сплыву твой дом медным тазом. Так, тут ничего нет, кроме патронов. Ну вот. Как самочувствие, Сомерс? Вроде нормально. Когда вернемся на базу, тебе надо показаться врачам. Мне нужен лишь один доктор, но и Уайс. В армии полным-полно хороших врачей. Амброс, говори тише. Здесь полно народа. У него так, открыться в поле, мне это не нравится. У кого? У их главного. Генерала или кто он там? Я же сказал, мне это вообще не нравится место, то, что тут все тихо. Они еще живые, они притворяются мертвыми. Пипец. Он убит. Не подпускай ко мне. Все, мне не попали. Контрольная точка, вы издеваетесь. Хотя ладно.
меча. Где? Ах ты говно. Он мертв. Не до конца. Или это новый? Ну и куда нам? А вот. Это какая-то музыка, ага. Мощный выстрел, сэр! Зачищаем здание. Да блин. Что-то какие-то вы не ахти прострельные. Пригвоздил его. Да, пригвоздил. И нормально. Ну. Прыгай. Ну блин, ну прыгай. Ничего себе. Он не будет прыгать. А, черт, как мне это бесит, а. Когда застревают ты баги тупые. Че, нам все заново? Ну хотя бы не так далеко, ну ладно. Я после его пойду туда. Как он туда зайдет вниз, так и я пойду. Где спускались там. Как-то в этот раз все хуже получилось. Давай! Ну иди, а! Ох, все. На этом игра заканчивается, да? Я ее не пройду. За что он застрял в этом баге? Ну давай, иди. Ну что ж, ребят. Я думаю, на этом серия закончится. Если я его исправлю, мы обязательно дальше пройдем. С вами был Штурмак. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк. Всего хорошего, всем пока.